Diablo 2 Expansion Set Lord of Destruction представляет одиночную игру в Battle.net. Мы готовы? Наверное, да. В общем, снова Diablo, и на этот раз паладин у нас. Надеюсь, хотя бы им я Почему ты обращаешься на вы? Дойду до третьего акта, потому что, блин, некоторые смотрят. Так вот. Я надеюсь... Так, ты! Со мной как бы. Да, а, да. Я и ты. Я. И он нас смотрит, или она. Может быть, оно. Мне вселенский разум такой. А что за такое существо? Homo sapiens. Они считают это веселым снимать какие-то игры, которые на 20 лет отстают от их истинного развития. Все, поехал. Ты вот одеваешься одновременно надо мной и. Изнываешь ты прямо таки. А-а-а. Давай, а серьез... Орда! Да, уничтожить! Ты знаешь, что такая Орда меня до этого пыталась уничтожить? По одному, ублюдки! Да я попасть не могу! Вроде, вроде фуловенький. Ну да. Угу. У, ману не качает. А-а-а, зачем? Дива! Дива! Это имя такое? Да, это имя! Я сначала хотел... О, смотри. Блин, ну что-то я не хочу к ней идти драться. Пожалуй, вот так вот буду. Тр-тр. Молоточком. 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 Это не молоточек, это булава. Булава. Что булава. Это? Булочка. Истинные москвичи говорят булошная. Булошная. Да похрен как. Дождь. Молошная. Блять, я впервые это слышу, что ты мне втираешь что-то не то. Нет, общем... серьезно, я тебе говорю, чисто московский. Произношение. Не произношение, это диалект. Диалект. Я это просто более грамотно назвал. Ну давай, заходи ты уже в это. Забег. В эту закрытую дверь заходи. Ладно, забег. Казарты. Казармы. Казарты. Все, игнорь их. Все, да, его тоже потом. Открывай гроб. Ты какой гроб? Это не гробы, это казармы. Казарта. Ну вот, смотри, гроб стоит. Да стол! Это знаешь, это как свечки, только, блин, стол. Книжная полочка. А что это за такое у тебя мега-карте, так ее назовем? Желтые палочки. А, вот все это типа двери, которые могут быть. Могут быть. А есть двери, которые не могут быть. Ну да, если тут. Большой топор. В казармах есть одна такая дверь, которая вот секретная просто. Секретная, пресекретная. Вот, например, вот здесь, и тут может быть дверь, но ее тут нет, я точно знаю. Зато тут есть куча нежити. Вот эти типа, бывшие казарчане. Казарчане. Казарт, да, казарт. Казартяне. Ой, смотри, урус идет. Урус? Не знаю, какой труп Макто. Я не успел ничего сказать, это такой, во, что ты свое произносишь? Дай мне уже сказать, наверное, что-то. Зачем? Ну, а что? Ты, твоя задача работать, моя задача говорить. Так я тоже должен говорить, похоже. В принципе, в жизни так и будет, Андрей. Ты будешь работать, а другой человек будет просто говорить и получать за это деньги. А я буду меньше получать. Голова упала. Почему ты ее не взял? У тебя же есть дяденька-познаватель. Я взял ее, и она серая. То есть ой, это что ты там за такой кинжальчик таким? Это не кинжальчик. Движением руки такой. Опа! Вот он, кинжальчик. Там какой-то такой шериф. Знаешь, который на диком западе. А это такие револьверы. Не знаю, назвать это револьверами. Можно ли? Вот эти свои пистолеты такие крутят на пальцах. Вот и так же. Давай. Есть какой-нибудь пиромансер? Пиромансер? То есть... Пиромант. Есть, ты можешь прокачать волшебницу так, до огня. Что она всех обжигала. Жар! А какой профитный чар? Холодец. Холод и, блин, либо просто холод, либо сочетанием каким-нибудь. Вы чувствую себя обновленным. Ты такой там все... последнюю прошивку установил. Ага. Теперь закачивайте все, что вы хотите. Вирусняков всяких. Ага. Отцепил от себя. О, мы можем прокачивать наконец-то. Стой. Ты
Ты меня-то спросил? Да, что тебе спрашивать? Я знаю, что мне качать. Я тоже как бы разбираюсь в этом. Нет. Давай какой-нибудь спецэффект сделай. Какой? Какой-нибудь типа двуручный меч. Это не двуручный меч. Хорошо, это мечи для двух рук. Да. В общем, пока мы тут разговариваем, непонятно о чем. Нам надо найти очень хороший молот. Вот, смотри, факел бери с собой. Его нельзя взять. Ты же сильный. Бить! Клан смерти. Кажется, сейчас это клан смерти в могилу отправит. Ага, я вот тоже так думаю, но нет. Думаю, самое время покупать ман. А зачем покупать, если оно уже тут? Изи. Капитан Крюк? Что? Где ты? За то, что крюк какой-то снарядил. Возможно. Ладно, нам надо найти один молоток, который не здесь. Не на этой лестнице. Все знает, говорит, он все знает. Что? Че у тебя не так? На что ты ее потратил? На вот это вот. Что это такое? Рвение? То есть я могу несколько раз атаковать. Там разных врагов, например. Такой типа, короче, начинаешь крутиться. Можно так сказать, но это не крутится. Снова обновился. Ладно, нам надо найти молот, убить кузнеца, который может меня убить с одного удара. Ладно. Или с двух. Да, как это так и произошла твоя смерть. Нет, произошел в другом месте. Ну ты кузнеца убил хоть? Да, я кузнеца убил. Хорошо. Убил меня патриарх один. Вот я не хочу снова траться с холодом, нет! Вот этот вот холод меня как раз таки и убил. Что ты жонглируешь предметами так? Короче, недолго нам осталось, чтобы пройти первый акт, и потом мы идем наконец-таки на босса. Хотя бы меня унижено. А можно просто хотя бы без чисто по сюжетке идти вот именно в боссов в окончании игры? Долго займет время? Или ты выполняешь все-все-все квестики? Да все-все-все квестики уж лучше выполнять. Иначе ты никак не продвинешься просто. Почему? Ну, потому что если, например, один квестик ты не выполнишь, ну, хотя, ты можешь, например, вот этот молот взять и ничего себе не улучшать. Но при этом ты все равно можешь дальше двигаться, но, я знаю, иногда ты просто не можешь пройти куда-то и все. Легкие ремни. Так, ты готов, Максим? О, давай возьми факел, ушатай его. Бля, я не факелом бью. Так, что это за кувалда у тебя там? Ну это не кувалда. Блядь, а вот он! Вот он! Вот он! Это тут... есть... Чё-то он какой-то слоупочный. Да, слоупочный, но сейчас он мою диву убьет. Уже почти все. Ой, бывает, получил подушки. Я заблокирую! Нет! Нет! Такси! Где? Ты. Он по мне попасть не может. Как ты, наверное? Нет, ты можешь попасть по мне. А что ты такое вкачал? Побида, да. Короче, аура, которая повышает мою защиту. Пошел отсюда! И шекель такой. Да. Так. Ой. Не возрождай! Не возрождайтесь! Смотри, там шекели упали. Ну сейчас подберем эти шекели. Ага. Я тогда... Ой. А вот то, что нам надо забрать. Талус. Малус. Талус. Талус. Казарты. И идем к Чарсти. Кузнец местный. То есть мы убили ихнего кузнеца? Да. Идем к какому-то зверьку, хомячку. О, я так благодарна за возвращение. Слишком быстро уходите. Сейчас,
Блин, не могу, ладно. А что за слухи? Слухи, то есть... Смотри, вот что-нибудь рандом нам расскажет. Жрица. Ой, все. Все, вот. Я поэтому... Так. Убираем арсенал, что знаешь, мы будем улучшать? Такое ощущение, что у тебя не палится, а какой-то... сейчас скажу, как это называется. Держава. Держава? Где? Ой, нет, это скипетр. Держава — это такое яйцо с крестом. Сейчас. Улучшение. Блять, которое нельзя. Ну, надо что-то взять, которое поместится внутрь вот этой маленькой. Да не тоже поместится, просто надо просто какую-нибудь белую шмотку и все, а это все говно какое-то. Шапку возьмем и все, и без проблем. А тебе просто надо улучшить. Да, и вот смотри, она теперь золотая. Ежевичный венец! Ежевика. Открытый шлем под названием венец ежевичный. И что, он лучше твоего фиолетового? Да, тут фиолетовый просто знал, чтобы сила была некоторая, и все. А это высококачественный вот. О, ты посмотри, он реально золотой. Смотри. Вау. Сейчас родим новую тетку. Она из моей шоу. Она вышла просто из моей шоу. Это размножаются почкования. Ага. О, у тебя больше маны стало. А, 40. Кажись, все. Теперь он нам дал задание, что мы можем идти... жопная боль. Бойня сестер. Короче, мы идем на босса. Я готов. Я тоже, Максим. Но мне страшно. Мне нет. А тебе нет, потому что ты не играешь. Ну давай ты тоже скачаешь и пойдем вместе. Не буду. Вот поэтому молчи по этому поводу. Так. Уж лучше играй в Dark Souls. Ты думаешь, там мы справимся? Мы позовем Камила. Да ну нахрен его. Вдвоем справимся. Не, ну он там такой, если нас будут выеживаться, мы такие еще братанс. Ну, да, такой типа, вызов Камила. Это знаешь, это как у охотников. И он начинает всех гопать там. Это знаешь, это как у хантеров призыв питомца, точно так же. Какого-нибудь рандомного призывает питомца, только рандомного Камила. Смотри, за тобой тучка бежит. Она заблудилась, видишь? Скажи, она тпхнется. Да. Та-дам. О. Тюрьма! Тюрьта! Тюрьта! Читай правильно. Там буквы написаны. Тана. Диво. Тетный. Сопливый и зубя. Он умер. О! Мне в самом начале попадали редкие, а тут теперь еще и сапожки. Еще одни редкие. Которые нахрен... Вот смотри, хочешь магию? Сломай эту стену. Я вижу, я открыл дверь, меня чуть не сломали. Я заметил, как ты теряешь хпшки. Да я теряю хп от этого скилла. От моей атаки. Да ты глупый просто. Да нет, нормально. Золотой сундук. Ты где? Ну только что ты его открыл. Это не золотой сундук, он просто закрытый был. И каска твоя не золотая. Золотая. Не золотая. Значит, сундук не золотой, золотой, а каска не золотая. Хорошо, Максим. Я тебе хорошо. Потому что каска золотая, если она была бы из золота, она бы уже вся в щи помялась. Мы будем умничать тут. Да ты можешь попасть-то по нему. Да! Молодец. Молодец. О, фундук. Фундук. Бочку, бочка, бочка, там что-то было в бочке. Смотри, еще одна голова. Теперь на этот раз зомби. А! О, здравствуйте, чуваки. Как дела? Ну-ка, open тюрьту эту. Темную. Пиздить, пиздить, пить! Не материться. По-твоему, твоя подруга? Справляется лучше, чем ты. Естественно, у нее нету рейтинга атаки. Чао? То есть шанс того, что ты попадешь.
То есть? Ну, то есть, смотри, вот, например, у меня 423 сейчас. Если будет меньше, то у меня будет меньше шанс того, что я буду попадать. То есть, если вот, например, у меня было бы 100 сейчас, у меня было бы где-то 50% того, что я попадаю. Короче, ты мазила. Да. 95% шансов попадания и эти 5% работают всегда. Почему взрывоопасная бочка? Еще это взрывоопасная бочка, не знаю. Ну смотри, я 12-го левела, я тогда тоже был такого левела. Дух! Дух выключатель. Ты что, так бегаешь-то много? Спокойно. Да у меня стамина закончилась. Я говорю, не бегай, поэтому. Ну вот не бегай. Тебя же учителя учили не бегать по коридору. Да, я знаю, но это же не коридоры. Хотя коридоры, это наверное. Да. Блин, да ты попадай уже! Ты хоть целься. Блин, целюсь, вот мышка. Да, опять бегаю. Давай зайдем сюда. Ой, какие-то. О! Спасти их надо. Ага. Узнаешь, они типа живые? Нет, они типа мертвые. Вижу, горит одна распятая, блин, что ты тут? Да. В общем, у меня была одна догадка, что вот эта вот Акара наша жрица. Которая нам которая нам давала задание, она как-то вот связана с этой Андриэль. То есть, знаешь, вот такая вот сделка какая-то была. Блять, Максим, заткнись. Пожалуйста. Пожалуйста, хватит меня унижать. Хотя бы тут, хватит меня унижать. Кинь волну. Вот так вот цыкать и типа, о, у меня. Да ты не понимаешь, ты мне объясняешь какой-то бэк. Ты мне тоже что-то вот такое вот говоришь, и я тоже иногда не понимаю, но при этом я должен это понимать как-то, по-твоему. Да ты можешь по нему попасть. Да, могу! То есть ты ближе не можешь по нему попасть, когда он слишком близко. Смотри, сейчас бахнет правая, верхняя. Иди нахрен. Ну да. В общем, это вот была сделка. И Акара не доплатила деньги. И в итоге я, сука, оплачиваю сейчас эти грехи! Нет. Я думал, сдохнешь или нет, хватит тебе мозгов что-нибудь сделать. Не ой, хватит. Смотри-ка. Дай какой-то ядовитый хрен. Прям как горчица моего деда. Ага. Ой, она настолько ужасная, что... Ну, в смысле, ужасная в плане ядрёности. Это так-то хорошо, что у тебя просто глаза на лоб вылезают. А, где-то там. То есть ты так можешь волхачить? Да. В каком-то радиусе открывается моя карта. Здравствуйте, ловушки. Турели. Турели? Да. Стрелы вы хотя бы? Ну, она пыталась стрелять. Да ну. Тюрта! Два! Я за тебя это сказал. Пешочком. Да, пешочком, а как еще? Как ты назовешь вот это вот явление? Это уже нормальный джин или тё? До свидания! До свидания! Нет! Просто, блин! Вот так вот открываешь дверь спокойно, а потом тебе встречают вот такие вот пару кучи скелетов. Пару куч скелетов. Потом ты пытаешься их убить. А не убивать тебя тем временем. Я очень слабо дамажу. Я заметил. Угу. Ничего не понимаю, честно. Смотри, там мана выпала, кажется. Да, давай возьмем. Ни хрена не сделаем. Ты готов? О, птичка. Это летучие мыши. Пошли от... Нет, я не понимаю. А почему там-то внизу их угробил, а там не угробил? А потому что там, видимо, какой-то ультра-враг. И, типа он бафает всех остальных? Ну типа он может быть сверхсильным. И плюс, это... и плюс лучники всегда крютуют. Ой, а что-то они... Читеры? Ну, они призраки как бы. Чемпион. Чемпион. Би-чемпиона. О,
Там у них было какое-то типа состязание в курятнике. А, блин, ну хватит мне писать там в стиме, кто бы там ни был. Пишу бы. Не, не пишу вообще никуда. Это мне пишут. А, это тебе написали. Просто мне тоже, кажется, один раз написали. Пиу, пиу. Больше нежити, больше скелетов. Да, ты какой-то... Давай живучесть скачаем. Кто-то лагает. Живучесть — это хпшки? Да, хп и стамина. О, да. О. Высококачественная палка. А? Высококачественная палка, да. Торгуй. Торгую. Стой. Посмотри на тебя. Продавай вот эти, которые у тебя в этом в стэше лежат. Они просто дешевле. Поэтому куда. Да, немножко есть такое. Да, эту кожанку тоже в печку, в топку все. Все в топку. И эту какую-то свинку, пебу. Пебу. Пеба. И вот этот вот какой-то там рыба-скорпион на подушке. А, это мне нужно, Максим. Сопротивление ядом. Так ты же его... Носишь его как в кармане. Ну да. Да, типа он даже в кармане работает? Ну, он должен работать в кармане просто. Держать его на таре. Ух ты, какой жесткий. Ага. Неплохо. У тебя, кстати, интернет... Лагает? Тупит. У меня сейчас просто... Нет, вот именно, что не лагает качество. Испортилось. Как тебе сказать? Это даже не 144. Это ми... О, марафон. А на моем-то мониторчике? А, это точно. Нам не сюда. Может, попытаемся убить их? Нет, я не хочу. Давай. Нет. Ну ты же сможешь хильнуться моментально. Короче, давай сейчас подготовься как надо. Ну пусть он подойдет. Ну привлеки одного только типа. Эй, дилдо. Сюда, дай. Ты верзила. Смотри, видишь, а ты боялся. Ой, там паучий глаз какой-то. Смотри, а ты боялся. И тут же мне сняли фактически все мои хп. О, смотри, там клепанка. Клепанка. Ну, мы живы. Это хорошо. Ну, давай, одевай эту клепалку. Блин, мне надо ее познать еще, и плюс она мне бессмысленна. 36 брони и 76. Что, по-твоему, лучше? 76. Ну вот. Где лестницы? Включай свое читерское зрение. Ну, если я читерское зрение рублю, это называется мэпхак. Ну, по-твоему, это бегать по всей карте. Она же огромная, эта генерация. Ну, на нормале нет. То есть это сложность нормал у нас, и она не такая уж и широкая будет. А то есть так, чем больше, да? А чем вот дальше по сложности, тем больше карты будут. Вот горгулья, она стреляет огнем. Типа ловушка? Да. Ну типа где-то проходишь, еще одни чемпионы. Петухи запричали. Сабля. О, давай, бери шашку. Шашку? Ну, шашка. Сабля, сейчас тебя огнем. Халк. Нет. О, лестница. Это знаешь, это как игра змеи и лестница. Играл в такую игру? А куда ты идешь? Босса бить? Пока да, пока мы... Знаешь, вот какой путь? Сначала мы идем по внешнему монастырю, потом мы идем в казарты. Вот тюрьта у нас, третья. Дальше потом мы идем во внутренний монастырь. То есть, чтобы помолиться Аллаху, надо сначала посетить казарму, типа такие, как дедовщина такая. Да. Перед тобой там все красные ковры расстилают, шелковые нити. Ну, потом ты идешь в тюрьму, проверяешь всех, кто не согласен со столь деспотичным режимом. И всех проходишь. Убиваешь 5 уровней. Нет, 3, тут 3. Ну ладно, тут 3 уровня. Потом мы идем вовнутрь. Мое видение игры. И потом ты приходишь уже непосредственно как раз таки
к иконкам, к иконостасу. Да. И начинаешь жаловаться на всю свою жизнь ничтожную. Тем самым что его там убивая. У вас плохо, насколько все. Вот видишь вот этот свет? В конце туннеля. Что-то изи. Не, потом мы идем во внутренний монастырь, там жалуемся на свою жизнь, убиваем его. И потом идем в катакомбы. Кого его? Жалуемся кому вообще? Патриарху жалуемся, вот. Патриарху? Ну, косому праху. Не, не, ну да, фактически, это знаешь, это ложный призывник Аллаха. Призывник Аллаха. Анти-Аллах? Да. Антилах. Если есть антихрист, то есть антилах. Антилах. Антиалах. Антилах. Блядь. Ну, антихрист, антилах. Да, я понял. Христ, антихрист. Антихрист. По-моему, так назвали Распутина. Ой, а тут посветлее будет. Да, тут наконец посветлее. Ну вот мы пока во внутреннем монастыре. Понадеюсь, что меня тут не убьют. Открой дверь. Ну, открыл сейчас дверь. Арена, да. Арена. Призываешь какую-то тут. Давай сначала в город сходим. Я думаю, это... А, точно. Нормальные стены, прям как в Спарте. У меня бесконечно падают именно желтые камушки. Ты посмотришь на это сейчас. Вот там вот такое вот количество желтых камней. Я чувствую, что тебе дадут сегодня фиолетовый кристалл. А там их в определенном количестве или прям все одного цвета дают? Ну, блин, рандомно просто и все какой-нибудь камушек. Я думаю, тебе дадут где-то два синих. Или сколько всего максимально дадут? Да, блин, бесконечно. В смысле бесконечно? Ну, то есть ты можешь в сундучке хранить кучу вот таких вот желтых камней. И они до сих пор будут падать. Я про то, что из-за вот одного босса сколько ты получишь сейчас. Ой, или это не из босса дропается? Это из тех дропается. А, ну тогда... Ой-о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 й. Пора сейчас... загибаться. Пора загибаться, да, не уби патриарха того. Ложного Аллаха, ложного призывника Аллаха. Все, ты дошел до своего места смерти? Вот теперь да. Можешь сказать, дошел. Что значит можно? Потому что я сейчас открою эту дверь. О, нет, сатана! Получай дробовичком по лицу огненный такой. На тебе халатку, остудись, парень. Берем среднее лечебное зелье. И налево, направо, Максим. Или прямо? Он пойдет направо. Все же я хороший выбор сделал. Ну да. Ой, смотри, давай читаем. Вот, красный камень. Не, про красный камень я ничего не говорил сегодня. Так, свечки. Я уже опытный. Это хорошо, хорошо. Смотри, а вот он как раз таки патриарх. Ну, найми свою девушку, там она его сейчас чуть-чуть побьет, пока он. Ура! Я жив! А, то есть все? Да. Но это не босс. Хлебника. Сейчас. Подожди, дай-ка я это убью. Давай, готов? Да. Я, Макс, я и так ставлю звук уже. Ты когда собираешь денежки, когда их много собираешь, ты же такой... О, смотри, сколько дропнулось. Ой, метательный топор. Давай его познаем. Или топорики. А что, топорики может скидаться? Да, метательные же. Жи. А вот это что за сабля? Вот это... О, у тебя... А, вот что это за крюк. Это, кажется, просто твой курсор. А! Повесить! Вот да нет, вот. Это себе в руку надо вставить. Видишь, там прям специально такая стрелочка, как гарпун такой, чтобы воткнул, и оно больше не вытыкалось. Не вытыкается, да. Так, давай, смотри, что за палка это. Нормальная скорость атаки. О, ну все, хватаем ее, давай прям сейчас познаем. А, то есть уже? Да, и она больше дамажит. Ну все, кромсать. Нормально. Катакомбы. Я... Теперь он прям какой-то персидский шах. Ага. Нигер причем. Нигер? Да, паладин нигер. Ой, кабанчики бегут. Парчаны, демон.
Они еще что-то там тебя харкают. Да, они харкают с электричеством. Знаешь, я возьму назад скипетр. Почему? Да потому что, блин, медленная скорость атаки у этого фальшиона. Надо проверить ДПС. Ну, блин, проверили ДПС, хорошо ДПСит. Ну, скорость атаки, Максим. Что здесь, она важнее? Немножечко, да. Либо ты бьешь вот так вот медленно, либо ты вот так вот просто кромсаешь врага на салат. Ну, я все-таки оцениваю ДПС. Я оцениваю скорость атаки. Ну, скорость атаки вещь хорошая, но если ты стреляешь горохом во врага, это тоже не есть хорошо. Ну, там уже залп идет такой. Ну, ты, понимаешь, даже если в тебя кидаться горохом со скоростью 1000 выстрелов в минуту, согласись, тебе это будет не так больно, чем тебя дубиной кинут. А, кинут именно? Хорошо сравнил. Дубин и горох. Вот они паучки, Максим. Они меня могут отравить. Чё ты не отравляешься? Да потому что... Или ты должен позеленеть такой, типа, мухоморчик должен отведал. Должен позеленеть. Отлично. О, голова. Визуализация дебафов. Ты видишь вот это вот? Вот этот квадратик. О! Телепорт! БП, варпоинт. А, то есть он сам сейчас бежит. Здоровенький. Это типа халявная хилка? Да. Если не хочешь тратиться, просто. Так, давай что-нибудь вкачаем. Да не надо ничего пока вкачивать, Максим. Это все вот копится именно. Ты смеешь меня учить? Да. Да кто ты такой? Я Андрей. Сейчас бы рифмануть. Великий талисман. Великий. Великий. Чем ты? Ты его знаешь, реально выглядишь как барахольщик. Ходишь там, как убиваешь, потом их мародерствуешь, продаешь это. Мне деньги нужны, я ничего не знаю. А как можно? Уксус? Градовый уксус? Укус. Уксус. Уксус. Суку. У меня дало 7000. Может, что-нибудь купим там? У одного человека. Быстренько. Почему ты продаешь по каким-то за какие-то копейки, а покупаешь за миллионы? Ну, некоторые вещи покупаются реально вот. Не покупаются, а продаются прям за... Вот это вот. Ну все, 6 тысяч тебя за это отвалил. Да, и потом сразу же продал. Да. За копейки. Ну, или за ту же цену. За копейки. Или ты их можешь купить и потом за ту же цену сдать. Это в Diablo 3 можно так. А здесь, то есть, ты купил, просрал кучу денег и продал, да? Да. Рандом, Максим. Азартная игра. Что-то тухленько. А могут выпадать рарки? Могут, мне один раз даже легендарка выпала. Ну нахрен. Я тоже так думаю. Накопим, там потом уже потратим. Я все за мой счет. Когда-нибудь. Сегодня. Ты умрешь. Да не надо, Максим, ну серьезно. Мы еще даже до Андрея не дошли, а ты такой, ты умрешь. Это потому что? Потому что я криворукий. Угу. Ну блин, ну понадеемся, что не умрем. В любом случае, это паладин. За паладина... Я сегодня в Пробханте так прикольно поиграл. На карте из Зельды. О. И, короче, там есть такие, знаешь, как бы стены лиственные. Угу. Я, короче, превратился в такой кубик. Вот из этой лиственной стены. Ой, Максим, посмотри, сколько тут врагов. Да. Синий вот камушек есть один, Максим. А я говорил сегодня про синий камушек. Да, ты говорил. Две штуки. Да. И чувствую, еще будет фиолетовый. Да. В количестве одной штуки. Блять. Лэп. Вот почему, когда я слежу за тобой, я... Ты прям сразу такой, не оплошать. Сразу уходишь, если что. Так, о чем я? Значит, а, и значит, представляешь, я превратился в стену. И как, не нашли? Нет, враги в недоумении. А там же еще, знаешь, есть такие как бы
клумбы, да? Угу. На них такие цветочки, и в них растут как бы эти зеленые гемчики. И синие, и красные, знаешь же, да? Да, знаю. И вот, короче, я такой встал в эту клумбу этим кустом, когда уже мало времени осталось. И, понимаешь, это нормы было. Они просто прошли мимо. Я такой, ага. Ладно, ребята, все понял. Угу. Потом в итоге все просекли эту фишку. Все начали практически становиться кустами. Вот что называется зашквар. Ну как? И вот я иду к тому месту, где... Причем, кстати, можно не каждым. Там же много стен таких. Угу. И можно не у каждой стены там. То есть есть только там одно место, в котором можно как бы скопировать этот куст. И, в общем, я подхожу туда, а там прям целая такая рассада. Там что-то начинают всякие насмешки, я такой... Вижу, что парень криво встал, потому что... Там сначала немногие умеют блокировать угол вот этот наклона. Mm-hmm. Крутит мышку. Ну, не то, что крутит мышку, они паникуют. Или там просто чуть-чуть криво, нестыковочка. Я такой, ну чё, парень, сам напросился. Потом вот только когда убил четверых, там искал. Всего на сервере было из охотников 4 человека, включая меня. Mm-hmm. А этих предметов было 6 штук. Я такой, когда убил четверых, там нашёлся, ну, чё-то моя команда не очень хорошо работает. Приходится за всех остальных отдуваться. Я еще такой, нашел парня, еще одного куста, который в том же месте. Ну чё, чё думаешь-то? Такой, напиши хоть в чат, как твой ник. Я хоть узнаю, кто ты. Так и говорю ему, если хочешь не хочешь крутиться, то на цешку, типа, заблокировать угол можешь. Типа, добрые советы от Максима перед смертью, да? Да, я такой, потом, ладно, сохраню тебе жизнь. Потом такой, возвращаюсь, когда никого не нашел. Ну блин, надо ж мне кого-то за этот раунд убить. Но я ему предупредил. Типа, я иду с другого конца карты, у тебя есть шанс убежать. Нормально. В итоге он такой стоит на месте до сих пор, да, тебя не понимает. А знаешь, что самое прикольное? Я там потом, короче, превратился в опять же эту стену, а она там... оттенком отличается, и причем не так, чтобы чуть-чуть, а прям она конкретно затемнена. Типа, одна вот серая, другая прям темно-серая может быть, да? Да. Я, в общем, на респе к стене просто там, к стене прижался, и такие, а там, понимаешь, прям напротив меня была другая стена, но она как бы уже оригинальная была, затемненная такая. И, в общем, меня бьют Фомкой, я такой, блин, но сейчас главное сжаться так... потерпеть чуть-чуть, меня ударили, а он, видимо, парень был фуловый, а он понимает, что, в принципе, стены как бы, потому что там стены как бы бить, они не отнимают с хпшки. И, в общем, меня это, наверное, и спасло, потому что напротив меня он тоже тыкнул просто уже оригинальную стену, и тоже ничего не произошло. Я такой, камень выше упал, да? Да, блин, нет, только не зачарованный холодом. Да-д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 а. Горохом его. Чё там? Жив. Какой камень выпал? Никакие. Пока. А. Я, кажется, синий подобрал. Это всего один ядный. Ну, точно, синенький. Пока, да. Пока из своего предсказания выпал только... Огонь! И чё? Ой, он горит. Я чуть очки не сам. О! Максим, мы дошли до этого защищенного места. Кабанчик, на тебя в морду. Да. А какие тут звуки, скажи мне? На видео. Ты не смотрел прошлое видео? Ну так, там в основном мои комментарии. А, ладно. Ну, посмотри полностью, пожалуйста. Да, 20 минут это как-то слишком долго для меня. Слишком долго. А типа марафоны по 3 часа это нормально для тебя могут быть, да? Ну это стримы. Кстати, почему бы не снимать, делать стрим, а потом выкладывать какие-то нарезки со стрима? Ну, можно, но немножко геморно будет. Ну, почему? Ты прям, знаешь, ведешь запись и прям такой, я тебе говорю, такой, смешной момент номер один. И ты такой напишешь, окей, 006, все, записано. Но ты время тогда сам... А, хотя у меня секундомер будет. Вот, да не то, что секундомер, разве на записи не показывается, сколько времени? Показывается, да. Ну вот, и вот как раз-таки тоже. Ты будешь по самой, ты такой, открываешь свою папочку, такой, знаешь, альманах,
вот как у тебя внизу справа лежит. Да. Дракон. Значит, я уже, по-моему, в прошлый раз рассказывал про такую блочную тетрадь. Да, про дракол ты тоже говорил. Колодырку. И значит, ты вот открываешь. Угу. Смешной момент номер 1. 0 минут 6 секунд. Максим сказал хи-хи-ха-ха. Такой, вставим. Хорошо. Там какую-нибудь картинку, звук такой. Все в лучшем виде. Потом там такой, упоминается Ленин, ты такой, картинку Ленина. Даже да. Сейчас можешь ее вставить. Там, или, например, вообще что-нибудь такое нестандартное, например, свинья. Ты такой, оп, свинья появилась. Почему нет? Да, короче, я тебе потом все расскажу, как это надо делать. То есть за года Максим никогда этим не занимался, но при этом указывает мне, что как это делать. Ну, понимаешь, я как опытный зритель со стажем уже. Вот смотри, выдал кит. Кит? Кит. Рыба-кит. Помню, такую была песня. Мне, кстати, рыба-кит. Мне, кстати, снился этот сон как раз. А, не, это Илья говорил. Я тебе не рассказывал про то, как я чуть не потерял руку. Чуть не потерял руку? Ты рассказывал про то, что тебе чуть не сбрили... Не чуть не сбрили висок, а сбрили висок. Это фигня. А, это фигня. Чуть головы не лишился, нормально. Ну там не головы не лишился, там бы всего лишь по виску бензопилой проехали. По виску всего лишь. Ну там дед как бы пилил, он вовремя от... Так что, короче, дед у меня самый лучший. Хотя орёт матом, это всем как дедам. Как сапожник. Да не то, что как сапожник, он всем школьникам задаст жару. Любого возраста. Потому что то, как мы строим с моим братцем любимым, это... Я такой сначала думал, что вот это вот лето, это было самым ущербным летом, потому что я строил баню. Я вот эти вот кирпичи таскал, я сеял песок для цемента, я таскал поддоны, я ложил эту железную черепицу, я гнул эту железную черепицу, разговаривал с соседом, и, в общем, рисовал, занимался художеством. И я так вот сейчас вспоминаю это все это и понимаю, что... Не так уж и плохо это все было. Это сначала да, что вот, блин, работает целыми днями, а потом... Но все-таки самый лучший отдых это был с крестным. Это было вообще такое. Сейчас бы, да, так через костерчик помахаться по лбу. Да. Что это вообще за гоблины какие-то? А, демоны. Бесы, а не демоны. Демон это такой, он тебя должен сожрать. Но, у него пасть должна быть размером с твою ляжку. Ну класс демона. А бес это такой... Школьничек. Но бесы тоже демоны же. Демоны, ну бесы-то бесы. Максим, этом... ты готов? Давай. Минута молчания. А чё минут? Ой. 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 Ты чё, Андрей? Ой, а чё это она как-то когтями своими? Ару, ару, ой. А не больно ли она? Больно. Ару, ару. Чё такая жирная? Вот это вот я понимаю демон. Да. А вот это вот что такое, видишь? У нее прическа больше, чем ты. Сапожник. Что ты не... А представляешь, ты сейчас сдохнешь? Нет, я тут не сдохну уже. Ну, а если вот так вот запустить? По мне, подо мной только что огонь прошелся. Ну, ты же Иисус. Поздравляем, мы прошли первый акт, Максим! О, а чё это? О. Ой, что это? Мы хотим с тобой поговорить. Мы же прямо как... Понимаешь, это они узнали же, да, что ты такой? Ты же прям вышел из пода, такой, я убил Андрея! Прокричал на все четыре мира, какие тут есть, да? И они все такие, о, надо с тобой поговорить обязательно. Такие, у меня к тебе есть восклицательные знаки. Ну, как-то так. Давай свою клешню. Ага, она говорит про смерть Антарии. Это тоже. Великая победа. А это караван... у него вопросов уже больше нет, я наслышался от них. Да, не, караван готов, мы можем ехать во второй акт. А, то есть такой в закат во второй акт. Давай проверим шмотки. Давай. Хрень или не хрень? Хрень. А ей отдать? 6, 5. Бери поясок новенький. Почему там два ремешка на пояске? Ну, такой вот ремешок.
Ну, круто. Угу. Такой два в одном, да? Да. Арбалет. Или это самострел? Арбалет. Арбалет под названием самострел, Максим. А, все, тут ни хрена нет. Что ж, готов? Видимо, второй акт. Кино. И что, ты больше... О! А, все, да? Да. Добро пожаловать во второй акт. Я ненавижу пески. Почему? Мне нравится. Это самый ужасный акт, Максим. Ну ладно, мы прибыли с этим Джернин. Джерин, я потом поговорю. Араб. Араб. Давай, хлебни колодца. Где? Вот этого? Ну что это такое? Я не могу атаковать. Атаковать? Ага. А, то есть ты хочешь сказать, что да, ты тоже как бы ломал колодец, а не пил из него? Пил? Ну, блин, ладно, похрен, все. Обманщик. Да. О, потянуться, потянуться. О, потягушки. А, ладно. Зевнуть не забудь. Угу, ладно. Ура, мы на первом актом. Ура, победа. Победа. Ну, встретимся потом, и Максима я приглашу, когда будет босс. Где? Ты согласен на это ведь, да? Где? Ладно, хорошо. В общем, спасибо и до свидания. Пока.